Замок или замок? Замок. А как удобнее это говорить? Замок. Замок. А почему? Урок русского языка. За партами пятиклассники. Обычные школьники, которые знают один секрет – как стать самым дружным классом. Причем не только в своей родной 36-й школе, но и во всем городе. Мы все 5 лет вместе дружим, вместе ездим на всякие мероприятия, поездки, вместе с родителями. Мы поддерживаем друг друга. Самый дружный класс, он позитивный, который всегда держится вместе, очень сплоченный. Мы даже сегодня делали проекты, и у нас все получилось идеально, никто никого не подвел. Взаимовыручка, поддержка, уважение в классе – это не просто слова. Дружная команда пятиклашек стала победителями городского этапа конкурса «Секреты дружного класса». Они обошли всех соперников и сейчас будут представлять наш город уже на зональном этапе. Для того, чтобы победить в этом конкурсе «Секреты дружного класса», здесь нужны все – и родители, поддержка их родителей нужна, и дети очень активными должны быть. Мне очень повезло, мне посчастливилось, что я этих детей взяла с первого класса. То есть, когда открылась школа, мы вместе с ними вступили в эту школу впервые. И вот теперь эти родители, которые уже 5 лет вместе со мной, и эти дети, которые вместе со мной 5 лет, принесли нам такую общую большую победу. Сплоченный тандем родителей, учеников и детей. Вот главная задача конкурса «Секреты дружного класса». В 5А все это есть. А значит, и все шансы на победу уже республиканского уровня. Анастасия Шакирова, Максим Липин, новости НТР.